Так, добрый вечер, уважаемые коллекционеры. Вышло с видео у меня какая-то беда, не знаю, не могу в телефоне найти. Сейчас сниму обзор тогда, а там буду искать, не знаю, у меня что случилось. Попробую сейчас на этот телефон. Так. Так, здесь у нас Старс, да? Здесь у нас новички. Так. Так, Кол Кауфилд, Монреаль, Джек Оттингер, или Оттингер, Даллас, Марк Стоун, Вегас, Илья Сорокин, Айлендерс, Брэди Ткачак, Оттава, Кирилл Капризов, Миннесота, Назем Кадри, Калгари, Джордан Эберли, Сент-Луис, Сиэтл, извините, Кевин Фиалла, Лос-Анджелес, Тревор Зегрес, Анахайм, Джонни Гудроу, Коламбус, Джордан Курой, Сент-Луис, Мэтью Барзелл, Айлендерс и Роман Йоси, Нэшвилл. Это старцы. Далее. Новички. Самуэль Фагейма, Лос-Анджелес, Бен Майерс, Колорадо, Томас Борделло, наверное, так, Сан-Хосе, Брейден Трейси, наверное, а не, наверное, Анахайм, Лукас Достал, Анахайм, Дилан Холловей, Эдмонтон, Хантер Дрэв, это у нас Анахайм, Кент Джонсон, Коламбус, Якуб Лаука, Бостон, Джек Квин, Баффало, Брент Кларк, Айлендерс, Уэйд Джонстон, Даллас, Крейдер Корзак, Вегас, Якоб Маверер, ну как-то так, Лос-Анджелес, Исаак Рачфилд, это Филадельфия, и попался этот Старс у нас, Келли Коннор для Вегаса. Так, далее, что нам попало, проспекты, 4 штуки. Это Уэйд Джонстон для Далласа, Брэндон Кларк, Лос-Анджелес, Якоб Перрон, Анахайм и Рэтчфилд для Филадельфии. Ретро-карты, 3 штуки для Оттавы. Сандерсон, Чейф, наверное, как-то так, Миннесота, и опять этот Борделло для Сан-Хосе. Так. Аспект попался у нас, Джек Квин, это Баффало. Далее Джаринг, Остин Мэтьюс, Торонто. Далее две карты Флэш Клоу. Это у нас Спенсер Найт и Вилли Хуссо, Детройт и Флорида. Так, здесь у нас тиражка Персон для Детройта. 165 из 199. Так, две карты у нас Ботл Рокетс, наверное, так обзывается. Алекс Овечкин, Вашингтон, и Джон Таварес для Торонто. Камень, блин, светится, справит фонарик. Далее Харвер, вот такая карта у нас для Колорадо, Назем Кадри. И вот такая карта, ход, ход-шоп, наверное, так обзывается,
для Далласа Джейсон Робинсон. Вот такой. Ну и базовые карты. Сейчас пробежимся, потому что я говорю, что это Баффало, Рейнджерс, Тампа, Баффало, Коламбус, Оттава, Эдмонтон, Аризона, Нэшвилл, Калгари, Вегас, Калгари, Филадельфия, Каролина, Сент-Луис, Даллас, Монреаль, Торонто, Монреаль, Баффало, Флорида, Вашингтон, Айлендерс, Чикаго, Девилс и Виннипег. Детройт, Ванкувер, Сент-Луис, Виннипег, Сент-Луис, Даллас, Аризона, Детройт, Бостон, Оттава, Лос-Анджелес, Оттава, Тампа, Флорида, Вегас, Аризона, Торонто, Детройт, Детройт Девилс, Ванкувер, Рейнджерс и Колорадо. И последний вариант. Питтсбург, Айлендерс, Сиэтл, Филадельфия, Айлендерс, Аризона, Торонто, Калгари, Миннесота, Лос-Анджелес, Рейнджерс, Бостон и Анахайм. Вот такой брейк был. Я уж извиняюсь с видео, конечно, первый раз со мной такое. Не знаю, что я это, куда делось оно. Ну, вообще не могу найти. В общем, если найду, выставлю. А так пока тогда вот именно обзорный вариант. Приношу извинения за неудачный вариант. Ну, как говорится, так получилось.